Смотрите, друзья, да, очень большой вопрос к свечам, к качеству свечей Bosch. Ну, как бы, не какая-то там говно, реально Bosch. Свечи у меня проехали, это максимум 1006. Для свечей это вообще ни о чем пробег. И у меня сейчас вопрос, те, которые у меня 6 стоят, ну, 5 остальные, может быть, они тоже в таком качестве? Ну, то есть, вот поэтому мне не работал цилиндр. Ну, как он может работать? И, ну, стукал, типа, цик-цик-цик-цик, вот она, наверное, бегала, цик-цик-цик от компрессии, цик-цик-цик-цикала мне. Да, я реально чисто, ну, в таком афиге небольшом, блин, просто обалдеть. Сейчас поищу сейчас свечу, мне, блин, не знаю, катушка вон тут тоже. Защиту попортила она, ну, потому что она, ну, реально она долбалась. Сейчас я выкручу еще остальные. Ну, перепроверю, посмотрю, нормально, ненормально, в каком они состоянии. Ну, я реально в афиге просто, блин, что... как вообще, почему так со свечой произошло? Первый раз в моей жизни вообще за всю историю, вот, она реально просто развалилась нахрен. Обалдеть. Вот так, друзья.